И все привет, друзья, вы на канале Хроматический Вольт. Вы на канале Хроматический Вольт. Перед началом хотел, чтобы ты подписался на мой канал, если не подписаны, поставить лайки, колокольчик и написать комментарий. Но мы начинаем. Сегодня ролик будет об этом. Будем играть за персонажа Воина-дракона. Это... Змея-гадюка, да. Именно вы можете угадать. Я нашел скин на сайте. Вот, и не решил скачивать, нарисовать. И вот такой получился скин. Ну, прикольники. Но у гадюки там нету руки. Но, к сожалению, там нету такой, чтобы там брать руки. Ну или сделать прозрачными, и все. Интересно было бы, как скин вот такой выглядел, и как он держал предметы. Они висели бы в воздухе. Представляете, ребят? И сегодня именно так. Не будет ролик, что дальше происходит с пандой. Жителя, который стал богатым, перестал быть бомжом, но я решил заменить кое-что. И мы отправимся в деревню, классическую деревню панды. Да, ну там големы и жители с пандами живут, как ни странно. Ну, это отсылки Кунг-фу Панда 3, то, что такие вот гибриды подобного человека, подобного панды, да. И мне это очень понравилось, там просил у кого-нибудь это сделать. Вот и все. И очень мне было интересно. Вот такая вот деревня выглядит. Вот, есть даже домики. Мне Майнкрафт начинает лагать из-за количества мобов. Курицы. О, у меня яйцо. Давайте. Не, ничего не получилось. Видите? Работа жителей. Стоят у них все. Экономика жителей развивается настолько богатая деревня жителей. Так, я кого-то вижу. Там бомж ходит. Бомжа никакого бомжа не должно быть. Получай. Так, если что, это космос-меч у меня в руке. Мы, наверное, найдем друга Кунг-фу Панды Бо, самого сильного Воины дракона. У него есть друг, да. Не ослышались. Ну, когда-то я играл за персонажа Бо, то наверняка просил, чтобы вы написали в комментариях по поводу, как вы бы назвали моего друга по имени. Ну, написал мне Максим. И моего друга бы назвали Марк. Вот мы сейчас найдем Марка. Марк где-то в маленьком домике живет. Так, это у нас голем, охранник. Вот охранник. А вот и панды. Ой, господи. Лагает. У меня Майнкрафт настолько лагает. Как у меня все медленно грузится. Ну, Майнкрафт пытается все загрузить, чанки, всякое там другое. Из-за этого все лагает. Невозможно ничего делать. Какие там куры, эти цыпленки, что ли? О, курица вылупилась. Хера себе. Попугайчики там. О, нифига себе. Ферма такая вот выглядит необычная. Из этих вот блоков. Панды, супер панды и домики панд. Ну посмотрите, это круто же. Так, воротами, чтобы они не открывали, дома сидели, да? Но они запрограммированы, они типа игроки, ну жители. Жаль, что ступеньки не имеется, и за это неудобно. И вот такие вот домики непонятные выглядят. Это классическая, да, деревня. Классические скины панды выглядят действительно образом. Такие вот, это мирные мобы. Они ничего не сделают с вами.
бить вас не будут, ничего они не делают, они ходят и бродят. Только они могут там в деревнях, допустим. О, сколько големов-то. А вот здесь-то наверху интересно кое-что. Так, вот домики. Голем следит за ними, чтобы они не побежали в деревню. Ну, големы, к сожалению, реагируют. Они нападают на пандов. Почему? За что-то. Я не знаю. Так, вот они, панды ходят. Все это запрограммировано. Они ничего не делают. Спавнятся редко. У них маленький шанс появления. То есть как будто заблудились и все. И они не могут найти деревню. А мы поможем найти им деревню вообще-то. Так, ну мы не сражаться, а взглянуть. Так, я пытаюсь найти дом Марка, друг Бо. Ну, если вы не помните, то раньше я выпускал ролик там. Так, какие там роботы ходят, панда еще один. Так, там этот домик есть, дом Марка. Да, ребят, или же нет? Блин, я забыл. Это дом Марка или... Чё это дом? Так, надо... Ага, это не дом. Мне трудно угадать, мне трудно. По-моему, это действительно дом этой... Ну, это дом друга. Действительно, ребят, это Марк. Дом Марка, ребят. Это Марк, ребят. Посмотрите. Эй, здравствуй, Марк. Бо... на войне драконе учится, но он научился, он сражается с противниками. А я пришел это путешествовать по деревне, и это классические деревни панды, я так понимаю, да, Марк? Блин, жаль, что такого нету, ну, чтобы с ним разговаривать. Ну и я просто с ним разговариваю. Так, это все жители любуются. Зайти к дом хотят. Ну, вот, ступеньки это общаться с ним, типа, да? Сидеть. Ну, и чё так? Это сундук? Чё это? Да, это оружие, Бо. Я уже забыл. А наконец-таки я вспомнил. Да? Действительно, у меня этот был Марк. Ну, это назвал подписчик Максим. Ну, чтобы вы знали. Ну, правда, другой канал, Тики. Так, бомж ходит. Убивать не будем, да и хер с ним. Пусть они выгоняют из дома, и все. Так, вот, панда ничего не делает. Профессиями делать ничего не может. Так. Ну, сколько там жителей. Ну и, в принципе, все. Можно об этом и сказать. Заканчивать может. Нихера себе! Нихера себе! 4 куриц вылупилось. Нихера себе! Вот это повезло, повезло. О, повезло, повезло. Ну что ж, если вам видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, с вами был Романтический Вольт. До скорых встреч. Пока-пока. Я охренел. Ну, это очень маленькая вероятность, что может вылупиться 4 курицы.